Наши тюркские братья Ирака и Сирии, а то есть туркмены, будут биться до конца. С ними не только Турция, Азербайджан и Пакистан. С ними весь тюркский мир. Все тюркские братья наблюдают за событиями в Киркуке, в Халепе, в Ракке и в других районах и городах, где проживают наши тюркские братья туркмены, потомки сельджуков. Сейчас идет очень важная борьба, в которой вражеские силы хотят захватить в первую очередь Киркук. Киркук был тюркским и будет. И все тюркские и туркменские войны отдадут жизнь